Маловато. Вот давайте подождем чуть-чуть после одесского семинара на дешифрат. Рановато еще, у вас и так нагрузка, ну, большая, я просто боюсь. Есть некая ГДС, которая называется зерцало. Это мир, ну, как огромное количество взаимосвязанных между собой зеркалов. Ну, скажем так, есть такой ГДС. Так вот, Хеллингер просто глобальное последствие зерцала. Вот и все. Понял, понятно, да? Глобальное последствие ГДС зерцала. Что-то он на нем применил. Нет! О, ну это ж, помнишь, мы на этом рассказывали, на Кастанеде. Ты ж куда-то ушел как раз, что люди становятся следствием своего же инструментария, когда становятся неспособны его использовать. Куда ГДС-то никакой, механизм-то никакой не делся. Когда. Вот он следствием этого ГДС зерцала. Ох, я бухал борту на исследование инцидентов по травку. Ну, это, кстати, было бы, наверное, забавно. Самый интересный инцидент бы на траке. Да, я, кстати, не человек прибытия на Землю. Ребята, прибытие на Землю. Я никогда не встречал человека, будучи который следствие ГДС зерцало. Никогда не встречал. Это вот первый раз в жизни. Я почему так настороженно столько времени, ну, внимательно слушаю. Гарантия 100% там есть. Никогда бы человеку в башку бы не пришло. Такое, что он натворил, не будучи вот этой вот следствием этого зеркальщика. А при чем здесь помощь? Он зеркальщик, он вот это все мысли, вот эти, вся эта философия, это следствие ГДС зеркал. Ну же отражается в зеркале, становится перевернутым. Да, Женя, ну я же мы с тобой договаривались, что ты 10 секунд будешь думать, перед тем, что что-то сказать, считать. Раз, два. Помнишь, был фильм «Последний бронепоезд»? Говорит, Лесоруб, а ты что считаешь? Он говорит, я считаю от 1 до 10, а потом обратно. Я обычно считаю от 1 до 10, а потом обратно. Да, то есть, он говорит, вы еще не поняли ни хера, да? То есть, он говорит, надо бежать. Вы, говорит, еще не поняли. Он говорит, никуда. Вы еще не поняли. Фильм очень потрясающий с психологической точки зрения, когда командующего корпусом генерал-лейтенанта сослали в Сибирь, сделали уголовником, врагом народа комкора, и потом как рядового везли на передовую искупать это все как бы, ну, кровью. Фильм называется «Последний бронепоезд», очень интересно. С психологической точки зрения и с профессиональной для безопасности тоже. Там как раз показаны методы работы диверсионной группы, глубинной разведки, как бы в период начала войны. В период начала войны. Очень интересный, так сказать, фильм. Многосерийный, кстати. По-моему, Игорь, да, по-моему, 6 серий, да, вот, или 4. 4, 4 серийный. 4 серийный. 4 серии. Очень интересный фильм. Очень рекомендую всем. Один раз посмотреть очень даже было бы неплохо. Даже не помню. Да. Ну, там же это что, очень интересный фильм. Не помню, что смотрели мы. Про бронепоезд, который они там, немцы хотели его захватить, а эти его не давали. Да, Панин в главной роли. 4. 4 серии. Ну, там вот он говорит, а вот я, говорит, Лесоруб, говорит, а ты что, говорит, считаешь? Он говорит, я считаю от 1 до 10, а потом обратно. Да. Поэтому прикол. А он, это вот как бы следствие ГДС зерцала. Понимаете, да? Ну, зерцало мощнейший ГДС, который очень серьезно что? Ну, может вам жизнь Не то, что облегчить, он позволяет осуществлять глобальные вертикально-горизонтальные реализации мгновенно в условиях многозадачника.
Но мы к нему вернемся на этот дешифратор, я обещаю. И все его обязательно что, освоим. Мы его осмыслим, увидим, освоим и научимся пользоваться. Это я обещаю. Добро? Читаем дальше.